Damals habe ich zum Bundespräsidenten von Weizsäcker gesagt, die Geschichte wird entscheiden. Nach dem Krieg hat die Geschichte einmal so entschieden. Warten wir ab, wann es sich vielleicht anders überlegt. Was verbarg sich hinter diesem Spruch? Erstens die Einsicht, dass die gewaltsame Teilung einer großen Nation nicht normal ist und dass es nicht angeht, die ganze Nation zu einer ewigen Strafe zu verdammen für Verbrecher, die ihre Führer in der Vergangenheit begangen haben. Третье, это, конечно, и, может быть, самое сильное впечатление, это ваше выступление в Бундестаге, в Германии, на немецком языке. Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt, von eigener Ungewohnheit, schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke mich. Как вы решились на это? Потому что, во-первых, в нашей стране с вами еще живы те, кто были участниками этой войны. Во-вторых, я, например, принадлежу к тому поколению, чьи отцы погибли на фронте. Да и у вас, по-моему, отец воевал, насколько я знаю, да? Не просто воевал, я этим горжусь, он был, ну, воевал именно на Ленинградском фронте. И был там тяжело ранен, он был инвалидом Великой Отечественной войны, да. Второй группы. Да, так вот, то есть есть, да, довольно большая, значительная часть общества, которая, в общем, знает немецкий народ, вы ссылаетесь там на Лессинга, на Гёте, по-моему, на Вагнера, вот, но знает еще язык не только Лессинга, Гёте и Вагнера, а язык войны. Язык войны. Вот как вы решились на это? И были ли вы поняты? Во-первых, должен сказать, что любой европейский язык не может быть языком войны. И война не в языке, а в голове, в сознании, на каком бы языке тот или иной человек ни говорил. Что касается истории Европы, то в разные ее периоды практически любое европейское государство можно назвать агрессором. А вот то, что Германию и Россию объединяет общая история. Вот это я знаю точно. Об этом, мне кажется, мы не имеем права не только забывать, а настало время об этом вспомнить. И не только потому, что Германия наш крупнейший торгово-экономический партнер, и не только потому, что это одна из ведущих стран Объединенной Европы, а потому что мы сами ощущаем себя прежде всего европейским народом и хотим жить по общим правилам сегодня и выстраивать свою жизнь на будущую перспективу вместе с Европой и со всем цивилизованным миром. И не скрою, мне хотелось, чтобы и наши партнеры в Европе, и в данном случае в Германии, почувствовали, что мы можем с ними говорить на одном языке, в прямом и переносном смысле этого слова. Цель была не в том, чтобы достичь положительного эффекта и оценки у прессы. Цель была в другом – донести до широкого слушателя в Германии и зрителя, что Россия – дружественная страна, готовая работать, но на равных, при учете ее национальных интересов. И мне кажется, что это получилось. Во-первых, должен сказать, что любой европейский язык не может быть языком войны. И война не в языке, а в голове, в сознании, на каком бы языке тот или иной человек ни говорил. Что касается истории Европы, то
в разные ее периоды практически любое европейское государство можно назвать агрессором. Польша. Сегодня вспоминают жертв Второй мировой войны на полуостров Вестерплатте. С нападения, на которое началась война, съехались лидеры 30 стран мира. Сама Польша, впрочем, церемонию памяти использовала скорее как повод поговорить о причинах Второй мировой. Так, например, президент Качинский заявил сегодня, что Польша, оказывается, дала вполне успешный отпор фашистам и победила бы, если бы ей не помешала Красная армия. В Польше сегодня был Владимир Путин. О яркой исторической дискуссии Игорь Кожевин. Моя позиция здесь однозначна. Пакт Молотова-Риббентропа, и это не должно вызывать удивления в России, так или иначе привел к нападению на Польшу. 1 сентября Польша была атакована Германией, а через 2 недели с востока войсками сталинской России. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора, или, как его еще называют, Мюнхенского сговора. Обращаю ваше внимание, что после подписания этого договора в конце сентября, если мне не изменяет память, через день польское тогдашнее правительство предъявило ультиматум Чехословакии и ввела свои войска в один день вместе с вермахтом на территорию Чехословакии, оккупировав 2 области Чехословакии. Я сейчас не даю никаких оценок. И я не для этого сюда приехал. Я приехал по приглашению премьер-министра для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Второй мировой войны и воздать должное мужеству и героизму польского народа в борьбе с нацизмом. Но если мы говорим об объективной оценке истории, мы должны понять, что она не имеет одного цвета. Она была многообразной, и ошибок было наделано со многих сторон огромное количество. И все эти действия, так или иначе, создавали условия для начала крупномасштабной агрессии нацистской Германии. Вот над чем мы должны работать, если хотим видеть объективную картину. А если кто-то ставит перед собой цель выискивать из этой старой и уже заплесневелой булки какие-то изюминки для себя, а всю плесень оставлять одной из участниц этого процесса, то ничего хорошего из этого не получит. Потому что это не создаст условий для взаимопонимания и доверия. А именно в этом мы и нуждаемся. Именно к этому мы и должны стремиться. И я уверен, что если мы в таком же конструктивном духе, как сегодня, будем вести диалог, мы добьемся этой цели. Нужно действовать скоординированно, деполитизировать это. Потому что если мы поступим иначе, то мы будем поступать, я сегодня вот в ходе нашей дискуссии с господином Туском сказал об этом, будем поступать, знаете, как врач, который специально заражает людей какой-то болезнью, а потом наживается на ее лечении. Зачем нам вбрасывать в общественное сознание ложные факты и потом на этом спекулировать во внутренней политике. Ich gedenke der 60 Millionen Menschen, die durch diesen von Deutschland entfesselten Krieg ihr Leben verloren haben. Die Gräuel des Zweiten Weltkriegs können wir nicht ungeschehen machen. Die Narben werden weiterhin sichtbar bleiben, aber die Zukunft im Bewusstsein unserer immerwährenden Verantwortung gestalten, das ist unser Auftrag. Wir Deutschen haben dabei nie vergessen, Deutschlands Partner,
in Ost und in West haben diesen Weg durch Versöhnungsbereitschaft geebnet. Sie haben uns Deutschen die Hand zur Versöhnung ausgestreckt. Und wir haben sie voller Dankbarkeit ergriffen. Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный накануне начала Второй мировой войны, это не просто акт о ненападении. Это был также и пакт, который стимулировал раздел Европы на сферы влияния. Ни в коем случае нельзя уступать имперским амбициям. Я имею в виду Мюнхенский сговор, участие Польши в плане Гитлера по разделу Чехословакии. Это наш грех. Мы с трудом рассчитываем на прощение, но тем не менее это факт. Это хороший урок на будущее, чтобы мы поступали по-другому и не пытались найти компромисс с тоталитарным режимом. Попытки умиротворить нацистов, заключая с ними различного рода соглашения и пакты, были с моральной точки зрения неприемлемы, а с практической, политической точки зрения бессмысленными, вредными и опасными. Именно совокупность всех этих действий и привела к трагедии, к началу Второй мировой войны. И, конечно, нужно признать эти ошибки. Госдума Российской Федерации, парламент страны осудил пакт Молотова-Риббентропа. Мы вправе ожидать того, чтобы и в других странах, которые пошли на сделку с нацистами, было это тоже сделано и не на уровне заявлений политических лидеров, а на уровне политических решений. Только за освобождение Гданьска отдали свои жизни свыше 53 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В польской земле лежит 600 тысяч моих соотечественников, которые приближали победу над нацизмом. 600 тысяч. А всего из 55 миллионов павших во время Второй мировой войны более половины это граждане СССР. Вдумайтесь в эти страшные цифры. Ну и давайте вспомним Версаль, заключенный без участия России. Многие специалисты, и я с ними абсолютно согласен, считают, что именно в Версале были заложены корни будущей Второй мировой войны. Потому что Версальский договор был несправедлив по отношению к немецкому народу. И накладывал на нее такие ограничения, с которыми она в нормальном режиме справиться не могла. На столетие вперед это было ясно. Наша сегодняшняя позиция имеет глубокие исторические корни. Россия сама развивалась на основе многообразия, гармонии и балансов. Привносила такой баланс и в окружающий мир. Хочу напомнить, что и Венский конгресс 1815 года, и Ялтинские соглашения 1945 года, принятые при очень активной роли России, обеспечили долгий мир. Сила России, сила победителя в эти поворотные моменты проявлялась в благородстве и справедливости. Ну и давайте вспомним Версаль, заключенный без участия России. Многие специалисты, и я с ними абсолютно согласен, считают, что именно в Версале были заложены корни будущей Второй мировой войны. Потому что Версальский договор был несправедлив по отношению к немецкому народу. И накладывал на нее такие ограничения, с которыми она в нормальном режиме справиться не могла. На столетие вперед это было ясно. Fragmentation bombs are used, killing hundreds of people. Sie setzen Splitterbomben ein und wollen in Tschetschenien den Terrorismus ausrotten. Rotten Sie damit auch die Zivilbevölkerung aus? We are going to eradicate the civilian population of Chechnya. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом, wollen Sie ein radikaler Islamist werden und sich beschneiden lassen? Ich lade Sie nach Moskau ein. Wir sind multikonfessionell und haben gute Spezialisten. Ich werde jemanden anweisen, Sie so zu beschneiden, dass nichts mehr nachwächst.